Хей, йоги, с вами Шимики, и мы продолжаем пройти игру под названием The Enderja Gungeon. Это у нас Gungeon. Можно было где-то потом и в Айзека, знаете, сыграть, и комбинировать их, типа, Айзек, потом, типа, Enderja Gungeon, и вот так. Так, короче, мы часто играли за вот этих двух персов, давайте теперь кого-то либо преступницу, либо десантника. Давайте, наверное, за... в преступницу. Так, я не помню, что у нас тут есть еще новенького. Но я узнал некоторые фишечки-плюшечки, которые мне помогут в дальнейшем в игре. А именно связаны с этим. Стенами секретными. Как находить стены и где они вообще могут быть. Как было сказано... там, где я смотрел. Секретки находятся в основном, где сундуки, либо где комната босса. Банать, у меня уже минус 10 пуль. Вау. Ясненько. Есть фича с перезарядкой, я еще узнал. Типа, когда перезарядка идет, лучше пострелять с другого оружия, тогда там перезарядки не будет. Ну, типа, он продолжает, типа, перезаряжаться автоматически. Боеприпас. Не советуется, типа, пока что открывать сундуки, а лучше, говорят, нужно идти... лампа позже. Посмотрим. Подождите. Ау. Плохо, плохо, плохо. Да, может они типа детонируют и прыгают на меня это? Да, но по хп у меня немножечко неловко. И качество этих я узнал. Сундуков. То есть зеленый лучше, чем синий. А я думал, знаете, как в Доте, либо в других играх, типа редкость обозначается. Так, подожди, где-то патроны выпали. Где-то выпали патроны. Окей, здесь нету. Сколько стоишь? Тридцатник. Ванька, давайте сюда загоняем. Можно, в принципе, открыть. Так, позвоночник 47. Вау. Цепные выстрелы. Классненько. Ну, я не знаю, брест, по идее, может находить ведь, да, секреты? Если что, буду на боссе использовать. Тихо. Все хорошо. Короче, кажись, немножечко я отлетел. Что значит не поиграл 16 часов в игру? Найс. Ладно, я пока еще на самом деле не собрался, поэтому как-то так, да, быстро. Блять, пушку просрал. Ладно, не суть. Сейчас новый забег Ну, жалко пушку. Я не посмотрел ее убойность. Типа, есть смысл ее брать вообще и оставлять? Раз. Два. Отлично.
Да. Бац. Готово. Так, наверх. Вот эти хорошие патроны, которые дают плюс 5. Бежал. Ух ты ж. Так, хп. А, боезапас. Я не помню, он забирает их или нет. Крыса это. Если нет. Ошибаюсь, не забирает. Спасибо за аму, за патроны. Не угадал я. Ладно. Значит, он только хп не подбирает. Наверное. Так, ладно, босс у нас есть. Я еще торговца не нашел, я еще сундуки не нашел. Изи. Побежали наверх. Так, а я вот не помню, была ли у меня так далекая карта. Мне кажется, вот так, да, было? Немножечко приближенная. Ё-моё. Ладно, хапулю дали. Ну, здесь требуется этот ключик, поэтому сори. Не знаю, дробовик ищет секретный или нет. Как-то не очень. Окей. Как-то у нас не густо совсем. Не густо, не густо. О, магазин. Здорово. Так, а чем это комаров до хера? 65. Да, все, сори. Пошел я тогда сюда. Воды я тоже не находил, чтобы потушить. Ключ. Найс. Найс. Блин, ну в Айзеке на самом деле легче искать секретки. Ну, на этот, ладно, давайте я заюзаю. Можно и пустышку заюзать, тут ни хера не было. Кровавый глаз. Замедляет вражеские пули. Вау. Ну, это полезная вещь. Я думаю. Так, это наш... А, близнецы. Ладно, если проблем. Ух, они вызывают еще помощников. Ну, хорошо то, что я хотя бы грохнул его брата. Изи, у нас есть патрон мастера.
Ау. Точно. Маг 10. Это никогда не кончится. А, он сразу, видите, выпыляет какое-то количество патронов. Так, а этому все еще нужно, получается, этот. Что-то магическое. Ну, скорее всего, магическое это с первого этажа. Щиток, который в секретной комнате находится. Я не знаю, я не смотрел, типа, про сюжетик. Значит, нам нужно что магическое. Единственное. Давайте посмотрим на... Да ёлки-палки, ну как же так? Пац, 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 пац. Плохо, плохо. Я на самом деле думал, я патрон мастера получил, ага, хер там. Ой-ой-ой, проклятие. Ну слушайте, в принципе, она скорострельная и да такая домашняя. А почему вот этих врагов не было? У меня в, так сказать, с патрониками. Так, ладно, убью сначала тебя. Так, но он летает, в принципе, то ему все равно будет. Поэтому ему будет все равно. Также я узнал про то, помните, в шахтах. Там, короче, большие ямы с этими шипами и тележки на них. А я узнал, короче, как это все дело проходится. Оказывается, там на есть невидимые ходы. Ой. Я еще думаю начать проходить террарии. Ну блин, у меня столько игр на какие я хочу пройти. Ну, черт. Ну нет, нет, нет. Нужно проходить то, что я уже начал. А я уже начал. А что я начал? Я начал этого. Злые капли проходить. Я начал проходить. Ух ты ж, ё-моё. Толкается, видите ли. Пац, 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 пац. Херово. Херово идем. Я не знаю, почему у меня за это сегодня как-то забыть херовы. Бац, бац. Так, у нас минус 100 патрон. Ладно, погнали, короче, к торговцу. Сразу зайдем. Мне не нравится, как отбиваются патроны. То есть они не очень так понятно это делают. Синий сундук, да? Сюда вот нужно щиток принести. Ладненько, а попозже откроем. Немножечко позже. А давайте в это сейчас место забежим, посмотрим, что там. Блин, серьезно, нету секреток. Ага, тут у нас босс. Значит, здесь мы сделаем крюк и прибежим к торговцу.
А они раньше тоже взрывались? Сори за вопрос. Что-то я не помню, чтобы они взорвались раньше. Готово. Сгорел. О, теперь у меня и дробовик, видите, не срабатывает на них. То есть какой-то он стал слабоватый. Слабенький дробовик. Я и про коктейль молота, в принципе, уже забываю. О! О! Добро, добро. Можно, в принципе, сходить и этот открыть, слушайте. Доп сердца. Неплохо, неплохо, неплохо. А. Слушайте, ну, в принципе, можно ради сундука. Чисто ради сундучка постараться. Юзаем дробовик, пускай он пропадает у нас. Все равно пока что он бесполезный. Уже стал. Почему я говорю пока что? Ну вдруг. За что ты получил урон? Золотой сундук. А, у меня ключа нету. Точно. Так, ну в принципе, что мы можем сделать? Мы можем либо у него сейчас купить этот ключик и открыть. Либо я могу купить за 24 сердца. Может быть, ключик, слушайте. Давайте ключик куплю. Купим ключик, пойдем сюда. Открываем. Получаю какую-то супер пушку. Морозный великан. И идем в комнату испытаний. Я испробую ее на сейчас врагах этих. Остаться. Я понял. А, ну слушайте, ну здесь скорострельность хорошая. Может, да, по урону не очень. Расстрелять нормально. Так, готово. А, видите, нет, он здесь начинает уже такой быть слабоватый. Это у нас что? Так, записка, проводящая в ярость. Тебя обошли. Ага, то есть теперь, когда крыса забирает какой-то предмет, мне что-то дают за это. Ну что, давайте попробуем, в принципе. Так, тогда я думаю, сразу начну
тебя. О, теперь можно из тебя. Хорошо. Да, оно так работает, перезаряжает все. Ух, я в камень. Я превратился в камень. Тихо. Так, так. Готово. Да, на самом деле нормально работает, слушайте, такая тактика. На моей стороне мне дали. А если не ошибаюсь, патрон мастера, второй зал. Если я не ошибаюсь, то... Так, мне нужно, получается, тебя пополнить будет. И пополнить еще что-то. Он замедляет, когда я переворачиваю столы, да? Где-то были столы? О, да, есть стол. Либо это, кажется, при получении урона. Я могу сразу к этому еще слетать и купить броню. Так, ну пока что слушайте, забег уже начинает немного набирать обороты. Если я сдохну, то я закончу серию, потому что я смотрю, у меня серии пошли по 1:30, и они рендерятся просто 3 часа, понимаете? То есть мне это невыгодно. То есть такая же серия, да, это можно поделить на 3. Как-то так. Ой, тихо, 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 я понял. Ребята. Так, как я и говорил, пополняю этот боезапас. Хотя нужно... Хотя... Ладно, посрать. Вау, вау. Вау, вау, вау. Что это такое? Что это хотя бы такое? Какой-то новый противник. Ничего себе. Какой-то новый противник. Замечательно. Ах ты, мастер. Тоже юзать столы, смотрите. Вот это вот настоящий, а то вот клон. Или нет? Так, это которые идиоты. Нужно будет попробовать подобрать какой-то предмет. Крыски. Который дает крыс. Окей. Повезло, что он в эту сторону начал крутиться. Крутиться, вращаться.
Замечательно. Только мне уже патронов нету хватает. Не хватает патронов. Нехватка патронов. Наверх. Раз, два, три, четыре. О, замечательно. Пополняем, макс. Ай, комары, как же вы бесите. О, какой-то поезд. Так, практический поезд. Скорее всего, тоже дают броню. Сердце и ключик. Я за то, чтобы купить ключик пока что. Сколько вообще пустышки стоит? 28. Здесь у меня есть... Нужно... Вот этот немного пистолет можно пополнить. Ну, поехали дальше. У нас еще ни одного сундука не было найдено. Это было плохо. Ладно, пока дробовик доиспользую до конца. Пока боеприпасы есть. Хотя его можно использовать для проверки стен. Оп. Еще ключик. Ключей, как говорится, много не бывает. Босс. Так, значит, в этих сторонах, вот в этой и в той стороне, должен быть сундук. Ау. Ха. Как я его, да? Только я щит потерял. Это очень херово. Ах ты ж, ё-моё. Ах ты ж, ё-моё, зараза. Я ж тебя сейчас догоню. Манать. Просто класс. А я на самом деле забыл про секретные эти комнаты, да? Опа. Привет. Нет, ну в прошлый раз эта дверь была на другой стене. О, привет. Похоже, меня водят по кругу, эта карта не особо точная, по крайней мере теперь. Ты же видишь, что стены продолжают двигаться? Это вообще не похоже ни на одно знакомое мне подземелье. Слушай, а ты не поможешь мне заново составить карту этого места? Ясное дело. Прекрасно, иди туда, а я продолжу чертить карту этой комнаты. Здесь мы встретимся. Да ладно. Эй, слушай, прекращай. Руки прочь. Камбис. В смысле, я что, не могу забрать это? Может, надо в другую сторону? О, опять ты. Как идет составление карты? Похоже, тут надо... Слушай, может, ему нужно чисто карту все открыть? Типа, чтобы он ее видел? Вот, попробуем, не знаю. Бац. Бац, бац, бац. Так, ладно, тогда отсюда пойдем наверх. Потом сходим в сторону босса. А мне уже патронов не хватает, ё-моё. Обычная стена. Так, еще одна дверь. Хм. Вау, 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 тут еще есть проход. А вот это, походу, оно и есть.
Да, это он и есть. Оп. И... Оп, готово. Так, сокровенный порох из глубин. Эй, мне не дают. Жаль. Бьем. Поехали. О, подожди, а та телега меня может просто довезти домой? Да, может. Найс. Мы нашли предмет. Только теперь у меня нету пробела. А здесь какой-то новый питомец. Вот тогда сюда и вниз. Блин, 300 патронов. Ну, в принципе, должно хватить еще на босса. Готово. Вот сюда наверх. Опа, пустышка. А этот сундук ломаем. Хлам. Вау. 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 Ну слушайте, ну а место довольно на самом деле опасно было. Так. Нужно было, скорее всего, на это, да, ставить патроны. Но уже поздно думать. Уже поздно думать. Ой-ой-ой-ой! Защиту сбросили, яд. О, карта завершена, изи. На, держи. Я что, держу ее вверх ногами? О, опять ты. Как идет восстановление карты? Поделись завершенной картой. Давайте. Спасибо, вот возьми это. Это мне дал какой-то чудной старик. Метроном все лучше и лучше. Блин, походу это только можно украсть, но главное, чтобы он не видел. Как я понимаю. Ну, слушайте, в принципе... А смысл мне сюда пушки кидать? Так, у меня есть ключик. Ключик есть. Ключик, да? Мне бы вот это открыть, но мне нужен золотой ключ. Скорее всего, из босса выпадет. Поэтому открываем сундук. Угу. Теневые патроны, двойной заряд. Хорошо. И полетели на босса. Вау, что-то новенькое, ребят. Артелебартор. Я понял. Вау, они еще отскакивают.
еще отскакивают. Уик. 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 Найс. Все просрано. Просрано. Посрал. Проебано. Я все равно из тебя выбью то, что мне нужно. Да ладно. Ты это сейчас серьезно? Золотой ключ, да. Так. Кобальтовый молот. Ну, в принципе, заряжать его можно. Так, полетели сюда. Новый импис. Спасибо, что спас меня. Меня зовут профессор Жиштов. Я прибыл в оружие, чтобы исследовать странную таинственную жижу, которая здесь встречается. Когда-то я был студентом, изучал технологические каплянские империи. Много лет назад я последовал по их следу сюда, чтобы выяснить, как изменялись их боевые стратегии в оружии. Еще раз благодарю, надеюсь, скоро увидимся. Слышь, братан, хиль, хиль, братан, хиль. Че так дорого? Че так дорого? Ладно. Я тут стены забыл проверить. Около лифта тоже бывают секретки. Ладненько. Разберемся. Думаю, разберемся. Следующее, значит, у нас будет за штурмовика. Забег. Потом я сыграю за этого. Десантник, да. Десантник. Ну, да, мужик, типа, с отмычкой. Пью-пью-пью-пью-пью-пью. Пусто. Трупик. Да, с патронами у меня худо. Слушай. А сколько ты тратишь за удар? Что-то не врубился. А как у меня так быстро все потратилось? Сейчас у меня 30. Вау. А, он сразу три этих тратит. Ой, я не туда зашел. Па-па-па-па-па-па. Музыкальный инструмент. Готово. Так, а у меня ключа нету. Ключика-то нету.
Заебумба. Ладненько. Секреток тоже нету. ГГ. Что будем делать, если патрон закончится, будет жопа. Найс. Войну. Патронов не мам. Так, хп это такое дело, а вот... Опа. Так, хорошо, можем еще пострелять. Ой, ёблю! Я не заметил. Где этот? А он мертвый. Создатель этот, который создает. Здорово, Блокнер. Ух, черт. ГГ. ГГ. Ладненько, плевать. ХП хотя бы. Хотя бы ХП. Так, мне теперь нужно вот эту балду пополнить, и эту балду пополнить. Патронов вообще не хватает. Ключи было желательно где-то найти. Хотя бы один. Это который взрыв... А, нет. Это вот этот, который взрывается. Отлично. Так, через верх пойдем. Босс, окей, я понял. Вниз пойдем. Ух ты ж, ё. Ух ты ж, ё-моё. Ой-ой-ой. Хорош. Молодца. Короче, я понял. Тратим все пули, что у нас есть. Нафиг это все дело. А вот здесь, короче, ребята, херня в том, что нужно... Как-то искать...
секретную дорогу. О, видите? Но это я предлагаю так, конечно, не идти, потому что это будет долго и нудно. И да, поэтому. Нафиг надо. Чисто из-за этого я не хочу. Это нужно какие-то водяные орудия, которых у нас же, конечно же, нету. Бац, 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 бац. Да, по патронам у нас жуткая нехватка. Просто жопа какая-то. Ни патронов, ни ключей. Зато денег до хера. Еще один синий. Найс. Мне кажется, я их буду ломать. Вы серьезно? Ну все, за ГГ. Ну хотя бы за это спасибо. Давай тебя. Да, меня еще не убили. Вот этот, если не ошибаюсь, предмет, чтобы воровать. Блин, стоит ли? Нет, не стоит. Давайте купим, короче, ключик. Купим этот. Нихера себе. Так, а что будет пополнить еще? Фул. Давай тебя фул куплю. 38. 45. Так. Сундук. Скелета. Здравствуй, моя имба. Здравствуй, здравствуй, моя кроша. А теперь мы идем с вами хилиться. Лучше бы на самом деле сердце дали. О. О, это эти черти. Делаем, короче, таким образом. Делаем таким образом, теперь таким. Теперь таким. Таким. Топ. Оп. Все, минус один. Найс. А где должны были дать патрон мастера? 23-х. Да, изи, патрон мастера. Ха. Как я? Как я, а? Сделал, да? Классно. А, есть что? Да, есть. Хочешь, дам кое-что? Но это не эта пушка.
Я тебе могу отдать дробовик, в принципе. Хотя подожди, что у меня есть? Я могу дробовик скинуть. Давай ему дробовик отдадим. Так. Могу я тебе патрон мастера скинуть? Давай тебе эту пушку дам. И эту давай. В смысле? Давай меня в долце кидай, слышь? Охерел? Как мне выбросить? Окей, Г. Странно. Ну, это снайперка же дерьмовая, по сути. Ты меня кинешь в DLC или как? По идее, меня должны внутрь пустить. Я понял. Я понял. Я тебя, приятель, понял. Классно. Классно сыграно. Просто повыбрасывал все оружие нахер, чтобы получить DLC-шку. Окей. Буду знать. Буду знать, что такое дерьмо происходит. Сейчас мне нужно к девке попытаться дойти. Так как я много уже что повыкидывал, это плохо. Ладно. Да, но патроны будут быстро заканчиваться. Просто пиздец, как быстро. Считайте, у меня уже нет патронов. Ладно, юзаем окружающую среду. Вау. За что? Ну за что? Потом ходить с основной пушкой. ХГ вообще будет. Бам-бам-бам. Да, ведь есть все-таки теневые патроны. Редко, но есть. Фу, я дошел до нее. У меня есть для тебя кое-что. Я вижу, у тебя есть сокровенный порошок. Вот, отдать сокровенный порошок. Благодарю. Для создания мне нужны еще некоторые материалы. Рад пушка.
Нужно купить, слушайте. Радпушка. Радиоактивно. Вак. Вак. Интересно, как она работает на врагах. Так, мне кажется, отсюда будет быстрее пробежать. Ой, тихо. Можем попробовать заюзать. А, может так? А, то есть это считается как обычный пистолет. Но у него получать. Ого, это новый. Но у него получается очень быстрая перезарядка. Вот в чем прикол этой пушки. Нельзя было дать ему жить. Где-то зараза, что ускоряет их. Да. Готово. Идем наверх. Так, ключа мне нету. Ну как они меня бесят. Короче, это где-то 50 зарядный пистолет. Давай я вок поюзаю. Я не знаю, его урон такой, именно фул урон. Поэтому пока что с помощью него походим. Добро, там новый кирпич у нас появился, если что. Замечательно. Хорошо, первый сундук. Так, за ХП можно сходить. Какая разница, что я сейчас подберу ХП, что потом. И нужно все-таки посмотреть, что дает крыса. Только, блин. Я лучше все-таки пулемет, мини-пулемет, чем вот это. Вак. О, здорово. Доспехи, магнитный амулет. Эгеш. Так, сундук, и сюда, получается, еще проход есть. Что это было?
Вэк. Так, это походу проходу к боссу. Финальному боссу, замечу. Давайте тогда еще в ту комнату зайдем, посмотрим. Потом я куплю, на что мне хватит, по деньгам. И походу там еще урон плюс немного прибавляется. Ну это вообще не точно на самом деле, поэтому, блин, хп. А, так видели? Там оказывается этот. Пушка увеличит урон. Давайте. Нужно было идти на босса. Можно, короче, поняли, заранее зарядить ее вот такой вот и пойти на босса. В принципе, на что, у меня денег нету. Только мусор открывать. Они даже бывают еще взрываются. Так, ладно, давайте посмотрим еще этот. Все-таки дошли мы с вами до финала. Как-никак. 40. И не хватает мне. Ладно, полетели. Ой, тогда сброшу эту пушку. И посмотрим как раз, что мне крыса даст. Спасибо за маг 10, бомж. Все, ты ж мне что-то дашь? Блять, вот как бросать! Ну, как говорится, я не знал. Ну чё, в принципе, поехали. Пробовать. Выше оружие змей. Так, ладно, я думаю, нахер надо. Вау. Это я знаю фигню. А в смысле он... Слушай, это нечестно. Хорошо. Вот эта фаза немного дрочная.
Но я думаю... Должны пройти. А, он уже спрятал его. Найс. У меня есть, если что, пустышки. У меня есть супер патрон, который мне немного... облегчит эту задачу. Все, изи. Изи, ребята, изи. Ха-ха-ха. А кто победил? Я победил. Кто победил? Я победил. Так, а теперь мне нужно сломать вот этот вот череп. Из него выпадает предмет. Так, дракону пушку я получил. Обсидиановая гильза, вот. Нам нужна гильза была. Возвращаемся к девчонке. А вот и снова ты. У меня для тебя кое-что есть. Я вижу, у тебя есть обсидиановая гильза. Вот, она тебе нужна. Благодарю. Создавая пули, нужны еще некоторые материалы. О, что есть, нету. Вот капсул, это за 110 нам нужно найти. И осколок планарного свинца. Отколовшийся от великой пули, когда она попала в цель. А за второе я вот не знаю, ребята. Ну типа, если исходная капсуля это находится в магазине за 110, то за свинцо вот это я не знаю. Принесешь все это, я тебя вознаграждаю. Жопа. Ладненько, что в принципе тогда делаем? Да, в принципе ничего. Полетели к этому. И давайте заканчивать. Ну как вы видите, мы даже с вами... С тремя сердечками, да, с полными... Короче, имба. Пулемет этот, имба. Вот я его заценил, он охерителен. Вау. Неужто мы с вами прошли игру? Ну, я думаю, в принципе, на этом можно... Хорошо, что здесь сдохнуть нельзя. Закончили игру. Так сказать... И мы нашли то, что нужно было. Заветный. Заветный пистолетик. Убивающий само прошлое. Теперь у нас вот такой вот прицел. Оп, оп, а я не хочу вздыхать. Ладно, го. И теперь мы с вами вращаемся здесь, в этих патронах. Да, видите, все, титры пошли, в принципе. Я смотрел где-то прикол, что здесь где-то должен быть персонаж, который летит в этом облаке. Его нужно типа или споймать, или что-то типа того. Я хочу персонажа пулю, потому что он на ближний бой. Как бы у него есть меч имбовый, который блокирует все вражеские выстрелы, и он ваншотит, ну, в начале. Музыка классная. Ладно, полетели. Титрики пропустим. Спасибо, что играли в нашу игру. Оружие еще хранит много тайн. И мы такой в бездну падаем.
Никак... Во, вы отлично сражались, убийца. Никого, вы отлично сражались. И все, видите. Пусть не за час прошли. В принципе, как-то так, ребята. Давайте тогда посмотрим, что у нас новенького. Я прочту и закончим. Да, это опять на рендер на несколько часов. О, видите, как он теперь, какой он. Сразу десантника выберу. Погнали в магазин. Вот шлем, а где мне шлем взять? Здесь вот вопрос. Я не знаю, где шлем взять. Так, темные очки. Рекоут. Регулярность. Ручная пушка. Машины. Луч. Давайте я очки возьму. Реколот возьму. Очки. Ручная пушка. И наношины. Наномашины. Так, хорошо, теперь что мы делаем? Клик. Как обычно. Клик, клик, клик. Так, сюда. Значит, если я встречу снова того типчика, я к нему пойду в пасхалочку. Так. Кольт СА. Ошеломляющее время перезарядки. Пулю автоматически. Так, стреляет отскакивающими пулями. Кольт СА. А. Перезаряжается не очень быстро, но его владелец жалоб не поступало. Документы получены от Ордена Истинной Пушки, подтверждающие, что в некоторых случаях при заряжении этого револьвера адепт может достичь... Так, не револьваны. Так, это было. Так, позвонок 47. Еще не... Так, нервничаешь? Мерзость. Это мрачное оружие, изготовленное из позвоночника погибшего путешественника и корпуса АК-47. Когда-никогда впервые изгнали с родины, его сердце было разбито. В горе не правило он к оружелью. Окей. МАК-10. Никогда не кончится. Стреляющая очередями. Высокая скорострельность и относительно небольшой размер делает его излюбленным оружием как оружейцев, так и преступников. Но на самом деле... Это никогда не закончится, а неправда, он закончился. Вот это вот пушка. Давайте сразу по имбовости, что я уже попробовал, да, что я могу типа отметить. Так, в принципе, здесь можно отметить старое золото. Потому что довольно хороший дэмэдж. На по боссам от первого до третьего этажа. Так, здесь я могу отметить арбалет. До... Получается, второго этажа. Потому что дальше мы не ваншотим никого. Хребет, я не знаю, я его не так сильно использовал. Ну, мистер Акреция. Ну, такое на самом деле. Я хочу, если он его еще раз выбью, нужно будет сделать 9 планет, как было написано. Так, было. Так, ты, радпушка. Радиоактивно. Активная перезарядка дает накопительные бонусы плохим мальчикам и девочкам тоже. Было. А, голова демона тоже охерительная. Морозный великан, ну, здесь на самом деле спорный момент. Ледяной, так, объятие. Замораживает врага. Эти оружия давным-давно владели один морозный великан. Это существо более не хозяйствующее в заледеневших глубинах, но оставили после себя кое-какие артефакты. Так, было. Вот это можно еще отметить, ну, такое, знаете, 50-50, типа, на любителя, потому что сам урон довольно слабенький. Но баф перезарядки, когда он дает щит, вот это очень хороший предмет. То есть ты можешь один раз выстрелить, наверное, я, вот как раз нужно будет момент проверить, стрельнуть и перезарядиться, ну, когда щит, понятное дело, сломат. Так, здесь патрон мастера, только пятого у меня нет патрон мастера. Сокровенный порох из глубин. Так, компонент патрона. До падения Великой Пули первый владыка оружия использовал этот порох в своих экспериментах. Клан патрон до сих пор добывает его из глубин, ожидая возвращения своего владыки. Вспомнил, где шлем. Помните, где вот эта невидимая тропа?
Ну-ка, если бы я ее прошел, может быть, мы с вами смогли бы получить последнюю деталь шлемика. Ну, ладно. Так, печенье дружбы. Мамочка печет его каждое утро. Так, так, так. Было-было-было. Было-было. Пули зомби были. Вот этого еще не было. Кровавый глаз. Замедляет вражеские пули. Замедляет вражеские снаряды. Это отвращающее... Так, вещество наделяет пользователя зрением, замедляющее вражеские пули. Последователи культа пушки используют его в своих черных ритуалах. В надежде заслужить благосклонность ордена истинной пушки. Чё-то я на самом деле не заметил того, чтобы она замедляла их. Метроном. Все лучше и лучше. Улучшает снаряженное оружие с каждым последующим убийством. Полученный урон или смена оружия обнуляет бонус. Улучшает снаряжение оружия с каждым... вон что. Ну окей, буду знать. При получении урона замедляет время. Да, это оно. Амуниции, амуниции. Так, было, было, было. Так, сумочка с сердцем. Было. Записка, так, приводящаяся в ярость. Тебя обошли, пассивно. Я стащил твои вещи, на твой дух не... Так, не сломить. Мне надо стараться тебе что-нибудь слить. Мне надо стараться тебе, чтоб не слить. Сырок. Что-то я не врубился. То есть, если бы я вещи скидывал, есть шанс того, что мне даст сырок. Окей. Так, были-были. Были-были парни эти. Тоже все было. Кровавклип. Это элитный рыцарь первой дивизии Каплиенской армии. Для него каждое сражение... Так, это было. Цинцокаплина. Л-1000. Цинцокаплина составляет тяжелую пехоту Каплиенской армии. Огромная атака масса не позволяет свинцовым деталям на поле смерти. Их температура... А, это было. Хорошо. Книгу я не вижу синище. Губугрус. Как это было? Ну слушайте, у нас почти уже все враги были. О, вот этого не было. Свинцовый куб. Сокрушитель. Гигантские свинцовые кубы невозможно убить или сдержать. Они успокаиваются лишь после того, как отгромят звуки битвы. И вот это был еще. Окислитель. Ржавый пояс. А, это пояс такой. Полкабура, полумонстр. Большую часть его рациона составляет оружие. Странным образом, в условиях оружелия это делает его одновременно презренным падальщиком и самым опасным хищником. Так, еще здесь кто-то должен быть. Скорее всего, вторая смерть. А мы ее встречали, да или нет? Помню, еще вот тут. Так, сколько здесь у нас еще неизвестных? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 11 обычных врагов. По боссам на что? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 боссов еще неизвестных. Так, давай. Артилибартрон. Пушки глубин. Это массивный череп, лидер черепогасов. Окружен темным там, облаком пороха и ненависти. Он никого не позволит пройти. Хорошо, столбы были. Проницатель был. Ржезмей. Дыхание смерти. Ржезмей, если их не беспокоить, восследует на вершине горы. Из боеприпасов равнина охраняет свои богатства. Все ржезмеи произошли от пушка Рекса, первая из драконопатронов. Когда-то он считался неодолимым, но после всех удостоверился, что даже самые ужасные твари смертны. Окей, и здесь у нас все уже было. Если я вернусь... А, я так не могу довернуться. Ну окей, давайте тогда на этом, я думаю, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.